Ты хотела меня видеть? Зачем? Я работаю на Paris Match. Моя фамилия Люблан. Я делаю эксклюзивное интервью. Полгода мы готовили съемку, которая должна была стать сенсацией. Уже через неделю я могла встретиться с Джафадом Бензаиди. Тебе не повезло. Мои люди встретились с ним раньше. Ты хочешь знать, за что я убил Джафада? Джафад предал великую идею. Он превратил священную войну в бизнес. Что бы ты сделала на моем месте? Стоит мне поднять руку, и твоя голова разлетится, как арбуз. Да, я понимаю. Ты лжешь. Я не чувствую твоего страха. Она не журналистка. Она... Я знаю, Луи. Анмар, он обманул нас. Нет! Ну и кто ты? Кто послал тебя? Отвечай. Джафад. Ah, oh.